Окей. Рогалик Тибиси. Данжен. Мы в него играли один раз. Сразу выдаю полную информацию. Мы из Чибиси Кенты. Здесь, в этом рогалике, у меня абсолютно предвзятое отношение. Я немножко помогал в разработке, в том плане, что подавал идеи для этого рогалика. Поэтому я очень сильно заинтересован в успехе этого рогалика и так далее. И никто за рекламу не платил, но по-кентовски я предвзят. Поэтому всему, что я говорю, здесь верить нельзя. Но я стараюсь максимально, в любом случае, максимально, не знаю, нейтрально, что ли. Играть, конечно. Ну, да. Но все равно. Все равно TBC Kent, поэтому можете относитесь, щепотку соли сыпьте сверху ко всей информации, ко всему, что я тут говорю. Добавил ли он победы экраны поражений? Не знаю. Я знаю, что он убрал из пула лишние карты, которые нельзя использовать. То есть карты мага или кого там были убраны из пула карт общих, поэтому бесполезные карты ты больше не будешь в поле получать. Поехали за разбойника. Первый эпизод. Будем играть. И я еще вот чего понял. Как правильно рассматривать эту игру? Окей? Мы играем за вора. За вора мы мало поиграли, не прошли первый уровень тогда. Короче, поскольку в этом карточном рогалике карты действуют немного странно, в том плане, что у тебя, ты каждый ход можешь вытащить любое количество этих карт. То есть, знаете, как нужно рассматривать с технической точки зрения эту игру? Вот у нас есть 5 карт. Монета, кинжал, джокер, блок, таран. Каждая из этих карт — это, грубо говоря, сторона кубика. Получается, когда мы заходим в бой, пойдем с Корги подеремся. Когда мы заходим в бой с противником, что происходит? Мы ролим количество кубов. Сколько вот у нас карт в руке? 4 карты в руке. Мы ролим 4 куба, грубо говоря. И на каждом этом кубе может выпасть любая карта, которая у нас есть в колоде. Добавляя карту в колоду, мы, грубо говоря, добавляем стороны на этот, на кубик, который мы ролим каждый ход. Я не сообразил так это описать в начале, когда мы в первый раз играли. Но вот оно примерно так и работает. Можно считать, что у тебя по 10 карт в колоде любого типа. Не по 10 карт, а все-таки правильно смотреть кубик. У тебя кубик, и у этого кубика есть стороны в виде карт. И каждая карта, когда ты вытаскиваешь карту, ты ролишь кубик, и тебе может выпасть одна из твоих карт в колоде. Очень необычная система. Вот. Но корги наносят один урон, весь урон равен одному. Окей. Корги кинжалами бесполезно бить, потому что мы наносим один урона. То есть здесь только с хип-хода монету можно было ронить джокеры. Корги мы будем побеждать блоками, не джокерами. Джокер нет смысла играть, мы просто настакаем много блока и закидаем таранами товарища корги. И все, джокеры бесполезны. Джокер наносит много урона, но корги... Корги... Максимум один урон может получать. Поэтому монету можно кидать еще, да. Я даже не знаю насчет тарана. Корги, наверное, неприятный очень противник для... как раз для вора. Белый текст на белом фоне. Окей, давайте, да. Мы можем для Чибиси заметки делать. Белый текст на белом фоне можно... Стоит поменять здесь, наверное. Обводку на текст сделать. Или тень. Тень на текст добавить. Белый текст на белом фоне, ничего страшного, просто тень на текст. Монета, опять же, хорошо рольнулась, нанесла урон противнику. Таран обнулит весь щит. Я не хочу играть таран, пока у нас нет другого щита. Когда мы вытащим таран и щит, то я их сыграю вместе. Пока что буду кидать монеты.
Если я буду играть только щиты, я не... Мы не должны проиграть. Если мы когда-нибудь будем вытаскивать, конечно, эти... Если мы, конечно, будем вытаскивать щиты. Если мы не будем вытаскивать щиты, то... О, два блока, отлично. Играем блок, играем таран. Играем щит. И тараны больше играть не надо. Я не знаю, честно говоря, как мы будем этого противника убивать. Весь урон один у нас. Монетами? Таран стоит 3 здоровья. Я убью нас, сыграв таран. Привет, Келлен. Какой-то мод на Дайсе. А, это игра, которую сделал мой Кент. Это игра, сделанная одним человеком в свободное время. Очень интересные сделанные механики. Здесь явно есть дисбаланс. По-моему, нам F в первом бою, да. И не уверен, что мы можем выиграть. Потому что ран нас убивает монетами. Мы можем выиграть монетами. Это очень похоже на F в первом бою. Этот противник жестко контрит вора, у которого нет никакого регена. Да, монеты нас убьют. Я не могу наносить урон ничем, кроме монет. Да. Okay, поражение в первом бою. Найти ее где-то можно? Она в стиме есть, да? Окей, на корги мы не идем, пока не найдем что-то другое. Можно было название игры в тайтл добавить, все равно Games плюс демо стоит. Абсолютно верно, Корсив. Абсолютно прав. Мы добавим название игры в тайтл. Да. Латте. Наносит один урон, а лечится на один, если атака равна одному. Окей. Латте мы можем победить. Это то, что мы можем сделать. Здесь блок. Джокер. Джокер — это весь урон. Как же Джокер, ты хитер. Ты удачи, приговор. И мы даже можем дамажить кинжалами, в принципе. С таким количеством блока я могу не играть тараны, я могу играть кинжалы, и мы выиграем. Или тараном можно добить, когда будет очень много блока. Монеты бесполезны, они будут лечить латте. 6 блока не дают килл. Кинжал 3 урона. Все, что мне нужно, это теперь сыграть таран, и мы сделаем килл и выиграем. Блок и таран. Таран нас убьет, но... При одновременном килле засчитывается победа. Антидот. Исцелиться от яда за 5 здоровья. По-моему, мы в этой игре один яд видели. Я видел ровно один яд. Где-то там на третьем этаже или что-то такое. Окей. Я думаю, что исцеление от яда за 5 здоровья совсем бесполезно. Магазин. 2 фонарика. Месяц. Месяц. Наносит 5 урона, если разыграно первой. Стоит 3 здоровья. Фонарик наносит урон в первые 5 ходов, что в принципе неплохо. Но очень часто бои затягиваются дольше, чем 5 ходов. Опять же, помним, каждая добавленная карта может быть наролена в любой ход в любом количестве. То есть добавление карт очень важно. Это не, ты добавляешь не одну карту, ты добавляешь возможность эту карту вытащить каждый ход. Поэтому... Я, наверное... Месяц неплох. 5 урона за 3. Ее просто надо первой играть. А, да, на 4 хода. Да, все правильно. Не 5 ходов на фонарик, а 4 хода. Еще хуже. Не знаю, подумаю. Но золота все равно нету. Что это за черная фигня? Тень. Наносит 2 урона, делает одну карту неизвестной. Ага. Ясно. Что за карта? Кинжал, да? Джокер. Окей.
Изи победа? Изи победа. Фонарик. Теперь фонарик пришел на шару. Максимальное здоровье супер важно. В любом случае, какой-нибудь корги запинать точно важно. Бомба. Бомба. Бомбу надо просто быстро убить. Она не наносит урона, но ее нужно задамажить супер быстро. И мы делаем это в первый ход, потому что Джокер так хорош. Спасение. Наносит 4 урона, если твое здоровье меньше противника. Ага. Мисплей Гончара. Привет. Привет, In the World. Тут гончаров нет, к счастью. Опять же, карта, которая работает при определенных условиях, а в других условиях бесполезна. По-моему, лучше взять хп. О, глюк. Глюк? Сильный? Это этот, цензурит? Или как он там? Данные удалены. Он фулл рандомный? Ху, 3 кинжала. Окей, мы сейчас нанесем весь урон. Но он дает платиновые карты после победы. Кинжалы — это офигенный урон. Этот кинжал я играть не буду. 3 урона. У него останется 2 хп. Может ли он нас убить? Вполне возможно. 4 бьет. Жесть. Джокер не работает. Тараны не работают. Монета бесполезна. 2 хп. Окей, он меня убьет, потому что монеты и тараны бесполезны. Из минусов такого типа геймплея то, что ты можешь умереть, потому что вытаскиваешь несколько ходов подряд. Ничего хорошего. Бомбу просто надо убить. Быстро. Джокером. Да. F. Запас. Наносит 5 урона, стоит количество карт в руке. О. Если его играть последним... Если его играть первым, он будет стоить 4. Я не знаю, запас. Давайте попробуем запас. Магазин есть зеркало, секунда и минута. Нанести урон равный номеру этажа минута, а секунда урон равный номеру хода. Ага, ну на равный номеру хода стоит 5 здоровья. Чё птица делает? Обычный враг наносит 1 урона. А, это совушек, простите. Итак, запасы нужно играть последними. То есть что я делаю? Я играю кинжал, потом еще один кинжал. А теперь запас должен стоить 2. Запас стоит 1. Чары. Восполнить хп на урон от следующей карты. О. Чары кайф. Грубо говоря, блин, максимальное здоровье нужно, но чары кайф. Чары очень хорошо. И на огненного чувака. Наносит 2 урона, вы выбрасываете на одну карту меньше. О, нет. Блок. Чары на кинжал. Подожди, ну чары на кинжал. Кинжал восполнит 3 здоровья. Чары тратят 2. Окей, чары на кинжал не очень выгодно. Здесь стоит сыграть монету. И запас просто. Нет, не играть таран. Да, я забыл, что, блин, этот... Чары тоже стоят. Я забыл, что чары тоже стоят хп. Не будем брать мисплей гончара. Вперед. На лягушку. Блок. Блок таран. А, у лягушки дофига хп. С ней просто на перегонки играешь. Она мало бьет, но у нее так много хп. Отзыв игры в Стиме. Чары выгодно с Джокером. Защита, чары, Джокер. Ну, Баз, вот к чему ты этот отзыв-то постишь? То есть... Во-первых,
Это, конечно, не моя игра, но я предупреждал, что как бы игра мне... Я к этой игре отношусь предвзято. Почему вот ваше сообщение было запостено? Доказать, что игра не идеальна, не так хороша, как Dicey Dungeons? Да. Но ее чувак делает в свободное от работы и учебы время по вечерам на своем компьютере. Я не говорю, что это, типа, шикарная игра. Здесь есть интересные идеи. Ладно. Ну и явно не копия Dicey Dungeons. Копия Dicey Dungeons была бы, если бы тут играл кубами и кидал кубики. Воскрешение. Если у тебя один хп, полностью вылечится. По-моему, хп лучше взять. Я не знаю, что тут от визуального стиля, кроме визуального стиля, тут от Dicey есть идея возвышений. То, что возвышения сделаны не просто усилением противников, а каждое возвышение с определенными модификаторами идет. То есть второе возвышение за воина, там, по-моему, нужно наносить. Играется не как обычная игра, где ты убиваешь врагов, а ты наносишь урон себе своими картами, и выигрывает тот, кто первый нанесет себе максимально урона. Варлок, можешь посоветовать изменить цвет текста в описании врагов? С телефона вообще ничего не разобрать не могу. Это да. Такие моменты, да. О, Алла Лолечка зашла. Заработал стрим. Да, бороды нету, все. F борода. F борода. Запиши куда-нибудь заметки по изменению игры. Он будет смотреть наш стрим в записи. Если его сейчас нет, здесь нет, он будет смотреть в записи стрим. Поэтому наши заметки все пойдут в дело. То есть то, о чем мы говорили на первом стриме, то, что в пуле были карты неиграбельные от мага, уже исправлено. И... Да? Много из того, что мы говорили, когда первый стрим делали, уже было исправлено. Музыку убрали, на которую мне копирайт-страйки прилетели на ютубе. Да, бороду мы сбрили, потому что жарко, лето, мне надоела борода. И я очень поправился. Я знаю, что типа принято бороду наоборот отращивать, когда поправляешься. То есть я вот как курить бросил, 15 килограмм набрал. Жесть просто. Принято вроде как наоборот бороду отращивать, но я себя чувствую старым разбитым корытом, этим дополнительным лишним весом. Поэтому я хотя бы решил бороду сбрить, чтобы хоть, не знаю, выглядеть помоложе. Если уж не чувствовать себя, то хоть выглядеть получше. Сделка с дьяволом. Отбирает максимальное здоровье. Нужно быть очень-очень-очень осторожными здесь. Максимальное хп в этой игре равно мана. Без него сложно играть. Сюрприз. Добавить случайную карту из игры в колоду. Опять максимального хп добавить карту, которая будет за 7. За 7 здоровья добавлять тебе случайную карту в колоду. Это звучит как для фана. День. Нанести урон, равный номеру персонажа. Вор — это персонаж номер 3. Соответственно, это 3 урона за 1. В принципе, неплохо. Это сюрприз какая-то, хитрая карта. Не знаю, может, на нее ивенты есть какие-то или чего, но вот это выглядит ужасно. Поглощение. Полечить хп на количество щита.
О, если бы можно было найти, если бы можно было найти какую-то штуку, которая удаляет карты, я бы удалил таран и вот сделал бы вот это поглощение. Поглощение выглядит суперсильным. А я не знаю, готов ли я опять максимального ХП отдать. Господь с тобой, ты с бородой лет на 28 смотрелся максимум. Да я, спасибо, но я как-то не парюсь просто. Не знаю, захотелось перемен. Вот сбрил бороду. Без бороды как будто на шалтай-болтай смотришь. Да, но мы всегда можем вернуть кепку. Если лысина будет бесить, мы вернем кепку. С кепкой будет во. Или шапку. Поглощение. Я не знаю. Хилка это круто. Хилка это очень круто. Но у нас есть хилка уже, которая лечит от шута. Так, если зайти в магазин, сделка с дьяволом вернется. Зеркало тоже сильное. Опа, глюк пришел. Окей, наверное, вот это баг. Я думаю, что сделка с дьяволом появляется, когда ты зачищаешь этаж. Я не думаю, что здесь должен глюк спавниться. Так что вот еще у нас. Походу баг с спавном глюка. После сделки с дьяволом заходишь в магазин, потом из магазина выходишь, наверное, этот этаж ролится. И вот такое получается. Окей, попробуем глюка убить. В любом случае, он хорошие карты дропает. Мы хотим на него сыграть Джокера и запас. Запас. У нас есть урон. Запас кайфовая карта. Очень хорошая. Запас это весь урон. Смотрите, мы его уничтожим. Лок. Чары плюс запас. Это, кстати, отличная хилка. Я решил, мы хилку покупать не будем. Оп, имба. Имбища, благословление. Это просто. Все, я думаю, мы выиграем. Все, нам ничего больше не надо. Мы должны пройти. Благословление слишком хороша. И теперь просто набирать максимум карт. Максимум карт в этой игре. Это так сильно. Это жесть. Привет, Лукан. Атака равна количеству карт в руке. Окей, надо тратить все карты. Смотрите, что мы делаем. Короче, сейчас будет жесть. Играем. Как это правильно сыграть? Так, сначала Джокера. Теперь запас. Теперь чары, благословление. И это будет фул хилка и 4 хп у противника. Да, благословление слишком сильное. Благословление, возможно, надо ослабить чуть-чуть. Я бы ослабил благословление. Потому что как оно работает? Ладно, 5, во-первых, 5 урона за 0, это уже очень сильно. 5 хила за 0, это очень сильно. 5 урона и 5 от хила в одной карте за 0, это... Тебе не нужны другие карты. А, нет, еще нужен финал, да. Еще нужен финал, потому что это... Нужен ли финал? Финал... Сильная карта. 15 урона. Он наносит тебе 99 дамаги, но фишка в том, что если у тебя... Если вы с противником одновременно умираете, то засчитывается победа тебе. То есть задача стоит не выжить в бою, а убить противника. Если ты убиваешь противника, ты победил. Я не уверен, что он нужен, честно. Может пригодиться во многих ситуациях. Но фишка в том, что его может 5 штук прийти. У нас уже есть Джокер. У нас уже есть благословление. Я благословление намного чаще буду хотеть вытаскивать. Каждая карта это как... Я думаю, финал вот сейчас лишний. Ченька. На лысине, к слову, можно рекламу размещать. Кстати, да.
А чё я не размещаю-то? Это хороший вариант. Очень хороший, окей. Замечательный. Спасибо большое за подсказку. Так. Теперь нам нужно так. Как сделать цвет шрифта черным здесь? Да, я не знаю, как перекрасить. А, вот цвет. Цвет. Так, так, так. Окей. Все. Реклама на лысине готова. Мне Starbucks еще ничего не заплатили за рекламу, но они могут заплатить. Если они увидят, что я активно их рекламирую, я уверен, что они мне заплатят за рекламу. Я пью кофе из Starbucks сегодня. То, что нам нужно. То, что нам нужно. Отлично. Замечательно. Окей, Starbucks, звоните. Easy money. Кинжал и таран. Что печенька делает? Замораживает карту. Отнимает карту. Атакует на за каждую вашу атаку. Наносит один урона. Чего? Атакует за каждую карту, наносит один урона? Жесть. Ладно, мы уберем рекламу Starbucks. Так уж и быть. Вы правы. Лучше пускай они мне сначала письмо пришлют. За атаку атакует, да? То есть я разыгрываю атаку, он меня атакует. Проверим, как это работает. Кинжал. Да, он ударил в щит один раз. Ну, нам все пофигу, потому что мы играем Джокера. Мы играем Благословление. Чисто за счет Благословления мы выигрываем сейчас все бои. А чары плюс Благословление — это вообще весь отхил. Я думаю, финал в этом случае не нужен. План С. О, Айзек, привет, Айзек. Хорошая карта. Бесполезная в Айзеке и бесполезная в этой игре. Офигенно. Нанести 30 урона врагу либо себе. Не. План С нам не нужен. Рука. Наносит 5 урона, убивается с 5 ударов. Типа поговори с рукой. Окей, ее нужно просто атаковать. Раз. Пять урона, это много урона. С другой стороны, два, три. И любые две атаки. Четыре. Пять. Изи победа. Аптечка. Полечить на один за каждую карту в колоде. Так. У нас в колоде там дофига карт. Жесть. У нас там карт 10, наверное. Что-то такое. С другой стороны, у меня есть благословление. Я всегда захочу играть благословление вместо аптечки. Зачем мне играть что-то так, кроме благословления? Я думаю, мы выигрываем. Аптечка не нужна. Я думаю, не нужна. Спамим благословление и джокеров. И все. Наносит 2 урона плюс 1 урона за каждую вашу атаку. Чары плюс таран. Но с другой стороны, альтернативно можно не вытащить то, что нужно. А, три запаса, да?
Раз, два, три. Еще один кинжал. А два кинжала в колоду бесполезно добавлять, насколько я понимаю. Что тут было в магазине? Финал спасения секрет. Спасение не нужно. Секрет наносит 5 урона, получить 4 урона на следующий ход. Тоже не нужно. Поехали дальше. Лихорадка. Все карты на этом ходу бесплатные. О, вот это с финалом очень хорошо. Но берем максимум карт. Лампочка. Посмотрим на Флауи. Флауи, что ты делаешь? Не наносит урон, с вероятностью 10% может нанести 20 урона. Отлично. Окей. Так. Джокер полетит. Нам нужно не спускать хп ниже, чем 20. Принято. Жал благословения. Ну тут, конечно, полный рандом билд, а? Просто не на роль 20 урона. Лол. Почему не нужен кинжал? Еще одна сторона на кости увеличивает шанс выпадения значения. Я не уверен, что оно так работает. Окей, лампочка, что у тебя? О враге. Выбирает себе урон от 2 до 5. Чем больше урона, тем меньше здоровья. Выбирает себе урон от 2 до 5. Чем больше урона, тем меньше здоровья. Ну, я не совсем понимаю, что это дает. Ну, ладно. Окей, я сыграю обе монеты здесь. Блок. И чары Джокер полечит на фулл. Наверное, он бьет тем сильнее, чем меньше у него хп. Я не уверен. Не знаю. Кол добивает противника, если у него меньше, чем 6 хп. Это не очень хорошо в лейте. Омега. Если сыграно с альфой, на этом ходу нанести 10 урона. Так, это комбо. Альфа и Омега. Их надо вдвоем. Омега без альфы не нужна, да? Окей. Блок. Джокер. Наносит столько урона, сколько нанес противник на этот ход. Один, если не нанес. Окей, он дамажит нас в обратку нашим уроном. Круто. Фу. Мой сыгранный кинжал несет мне 3 урона. Но у меня щит есть. Поэтому мне кинжал выгодно сыграть. Да, потому что я в щит получу этот урон. Но все равно как-то стрёмно. Его желательно добивать. Либо добивать хорошей серией атак, либо блочить, да. Надо ждать. Надо ждать много блоков, и все, и мы его выиграем. Если мы будем скипать ходы и стакать блок, все будет хорошо. И потом шотнуть его этим тараном. Или благословление тоже пойдет. Благословление. Таран. Кол сработает, если надо нанести 5 атак. Помнишь, бой недавно был, у него было 5 хп. Хп это количество хп. Он мог выдержать. Кол убьет противника или только нанесет 1 урона? Не знаю. Не помню. У нас был кол в каком-то забеге, но я не помню. Наносит ли он столько урона? Надо проверять. Два кинжала есть. Запас. Белка. Все атаки наносят 1 урона. Атака на 5 наносит 10 урона. Враг наносит 3 урона. Что делает эта белка?
Что, черт возьми, делает эта чертова белка? Так. Предполагаю, что она получает 1 урона. Атаки на 5 наносит 10 урона. То есть, если я играю запас, это будет 10 урона. Да, запас 10 урона. Окей, запас и благословление будут бить на 10. Понял. Против нее нужны атаки на 5. Возврат может быть прикольным, но просто максимальное хп набрать и выиграть. А у нас было... Мы экспериментировали. Кол наносил 1 урона. Понятно. И еще максимум карт. Максимум карт очень сильный. Супер сильный. Бжж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 
Укладывает 3 яда. 45 здоровья. Ого. Предполагаю, что ее щит будет бесполезен. Значит, я хочу сыграть кинжал. Кинжал, таран, чары, запас. Нужно просто дамажить. Если этот яд стакается, как яд в спайре, то у нас большие проблемы. Монеты, куча монет бесполезных. Окей, у нас есть Джокер. Как же Джокер, ты хитер. Куча не очень хороших карт. Монеты стоит сыграть ради того, чтобы сделать запас дешевле. Кинжал стоит сыграть, чтобы сделать запас дешевле. Окей, мы должны ее убить. 5 яда, жесть. Джокер не работает. Есть чары, запас. Надо играть монету. Кинжал 3 урона, запас... А, у нас 8 урона. Окей. Чары. Запас. Кинжал. Изи килл, бжж. Изи вин. Год. Нанести 5 урона, если осталось последний. Интересно. Но, если ты вытаскиваешь... 2 года или 3 года, то 2 из них будут бесполезны, да? Но все равно очень много урона. По-моему, нам это не нужно. Максимальное здоровье выиграет. Имба. Нанести 100 урона себе. И 2 морковки. Полечить себя и противника на 3. Нет, спасибо. Миговик. Наносит 2 урона, блокирует одну карту, замораживает одну карту и делает одну карту неизвестной. Чем блокировка отличается от заморозки, интересно? Не знаю. Знаю, что есть кинжал, чары, запас. Он наносит очень мало дамаги. Мы его уничтожим. Это я еще Джокера не сыграл. Монету, неизвестную карту стоит сыграть, чтобы запас стал дешевле. И да, просто дамажим. Антикаст. Минус одна карта на следующем ходу лечит на 2. Не-не-не-не-не-не. Да, я понял, 3 сентября, да. Снова 3 сентября. Змея. Накладывает 5 яда с начала боя. Имеет шанс удвоить яд. Лечится на 1 каждый ход. Имеет шанс удвоить яд, а? Катализатор. Смотрите, какая она кожаная. Очень кожаная змея. Супер кожаная. Просто убей ее. 51 хп. Стреляйте в нее. Грабеж. Отнять одну монету. Монеты в этой игре мне ни разу пока не пригодились. В таких количествах, чтобы их отнимать. А враги наносят 3 урона, все карты дороже на одно сердце. Окей. Увеличивает стоимость карт. Джокер станет дороже. Но. У меня есть... кинжалы. У меня есть чары Джокер. Даже то, что противник дамажит на 3, ничего нам не дает.
Ну, ничего ему не дает. Фишка в том, что одна сильная карта в твоей колоде, типа вот благословление или чего-то такого, или запас. Запас — суперсильная штука. И все, ты просто потом набираешь кучу максимального хп. Слишком сильная максимальная хп. Максимальная хп нужно как-то отбалансировать нам. Нам нужно что-то сделать с балансом максимального хп. Получение конкретно получение 3 максимального хп после каждого боя — это супер сильно. Это как если бы в Slay the Spire или в Dicey Dungeon получать максимальные кубы, или в Slay the Spire получать энергию после каждого боя. Это так тебя усиливает. Почти нет смысла брать карты, кроме имбы какой-нибудь. Не написаны шансы чего-либо. Да, стоит сказать, что нужно вывести шансы чего-либо. В такой игре надо хотя бы, чтобы понятно было, какой шанс. Да. Окей, босс кидает кубик. Это типа финальный босс. Атакует числом выпавшим на кубиков. 6 урона. То, по идее, должно быть вообще ни о чем, потому что у нас есть весь урон. Кинжалы, тараны, чар на Джокера. Я имею в виду, если он 8 урона. Если он наролит несколько раз по 100-500 урона, а я буду вот так вот ролить, как сейчас. Куча чар, таранов и Джокеров нерабочих. Тогда у него есть шанс. 12 урона, окей, хорошо. Понял. Сейчас проверим, насколько у меня тут имба. Я думаю, у меня все равно имба. 5. 5 урона. Лок. Монеты. Я играю все монеты теперь. Просто перегоняем его. 8. Чары, кинжал. Кинжал, таран, запас его убьет. 1 хп. Окей, что-нибудь, чтобы добить. Отлично. Походу, редкая карта может быть только одна в руке. Кстати, в прошлый раз такого не было. Хорошее замечание, я не обращал внимания. Окей, изи победа. Разбойник пройден, открылся второй эпизод. Какой у него второй эпизод? У тебя есть 10 секунд на ход, думай быстрее. Специально для меня. Спасибо, Чибиси. Мы не будем играть это возвышение. Давайте следующего персонажа смотреть. А вот то, что я говорил про возвышение. Второе возвышение воина. Все правила работают иначе. Побеждает тот, кто быстрее убьет себя. Враги атакуют сами себя. После каждой битвы ты получаешь 5 максимального хп. Давайте посмотрим этот эпизод, где надо себя атаковать. Потому что фишка игры типа в этих возвышениях. Воин. Так, у нас есть бросок, шоколад, который нельзя играть. Баллиста, танк, землетрясение, радикал. Радикал блокирует следующий ход противника. Землетрясение уменьшает наш хп вдвое. Итак, если я иду на тень, мне нужно убить себя. Противник атакует сам себя. А я атакую противника? Я играю бросок. Да, я наношу противнику урон. Мне надо играть плохо. В идеале. Я играю танк. Играю радикал. Убиваю себя и выигрываю. Отлично. И я не могу скипнуть повышение максимального хп. Мне надо брать плохие карты. Нужно все плохие карты брать. Криосон. Противник пропускает ход, но наносит на 1 урона больше в этом ходу. О! Я не могу скипнуть карту!
Это очень плохая карта. Потому что мы увеличиваем урон противнику. Окей. Криосон плохая карта. Я не могу ее скипнуть. А тут еще и карты скипать нельзя. Становится еще сложнее. Шанс лечит на 20 хп. Два шанса. Отлично. Секрет. Наносит 5 урона, получит 4 на следующий ход. Стоит 1 здоровья. Это не то, что нам нужно. Нам нужна имба. Буквально карта имба нужна. Так, теперь у меня 17 хп, у червя 17 хп. Бросок, бросок. Криосон и танк. Я опять же буду играть все подряд. Землетрясение уменьшает наше здоровье вдвое. То есть нужно его играть как можно быстрее. Так, теперь бросок. Криосон и танк последним. Изи, килл себя. Минута, нанести урон равный номеру этажа. Полезная карта, отлично. А мы все равно ее скипнуть не можем. Окей, здесь нужно добавить скип-карт, наверное. Похоже, не может выпасть одна и та же редкая карта в руке. Разные могут. Ну, сейчас проверим, найдем пару редких карт. Окей, этот враг самый опасный. Так. Баллиста рандом. Бросок выгодный. Как мне убить себя здесь? Какими картами я могу так быстро себя убить? Криосном. Криосон не наносит урон. Минута тоже хороша. Землетрясение нанесет нам 5 урона, но у противника останется 1 хп. Окей, минута хороша, потому что первый этаж. Криосон. Криосон супер имба карта. Она не дает противнику ходить и наносит урон нам. Поэтому в идеале мы хотим просто играть Криосон постоянно. На пролом. Нанести 10 урона стоит 8 здоровья. Нельзя скипнуть. Не можем скипать карты. 27 хп у меня уже. Как с этим бороться? Окей. Криосном? А, нам просто нужно скипнуть 5 ходов. Раз, два, три. А, подожди. Противник себе нанесет 99 урона. Тогда это нереально. Если бомба себе наносит 99 дамаги, то она, наверное, непроходимая. Не знаю, Криосон на нее работает или нет? Криосон и радикал. Попробуем Криосон и радикал играть. Девятнадцать урона я себе никак не нанесу. У меня есть 12. Вроде другие персонажи могут скипнуть карты. На этом возвышении нет скипа карт. Землетрясение очень хорошо. Минута очень хорошо. Пробуем Криосон. Два Криосна. Два крестная минута. Окей, мы выиграли. Изи победа. Фонарик. Пошли дальше. Цунами. Нанести 4 урона. Пропуск хода. Ну, максимальный хп я точно не беру. Значит, мы сломали эту бомбу, да? Видимо, Криосон бомбу ломает. Или этот челлендж бомбу ломает, не знаю. Ну, максимум карт звучит как то, что нам нужно. У нас все равно будет слишком много карт. Все карты. Оф. Как мне выносить себе 32 хп? Минутами. Что вот это все... Бьет противника намного быстрее, чем нас.
общем, у меня есть минуты, которые чуть-чуть дамажат противника. А фонариком можно будет еще после пятого хода или какого. И то минута супер невыгодна. Окей, только криосном. Криосном и фонарик, начиная с пятого хода. И радикал. Окей. Криосон, радикал, фонарик пятого хода. Остальные карты не имеют смысла. Да. Минуту тоже лучше не трогать. Крюсон. Фонарик. Yes. Радикал. Потому что у противников ХП не скейлится. Минута нас убьет, и его не убьет. У противников ХП не скейлится. О нет, воскрешение. Куча бесполезных карт. Но этот челлендж больше будет не своей сложностью опасен, а тем, что у меня колода в 50 тысяч карт. Я ее не могу контролировать. И каждый бой добавляет мне еще карты. Приступ превратить все карты в бросок. Просто найди имбу, да? Нам нужна карта имба. И ее и все равно будет сложно вытащить. Землетрясение нам нужно играть. И только землетрясение и радикалы все эти. Землетрясение тоже вначале будет круто. Очень много дамага себе. Воскрешение не надо. Такой бросок. Бросок — это базовая атака. Один урона. Вот. За один хп. Подожди, я могу себя убить танком. Победа. Грань. Перезапустить бой. Нет. Кактус. Два урона плюс один за вашу атаку. И как это работает? Она буквально тут же перезапускает бой. Окей. Где воскрешение? Ничего не делает. Криосон. Минуту. Какая хорошая карта. О, пятый ход, можно играть фонарик. Фонарик имба. Грабеж. Отнять одну монету. Отличная карта для челленджа. Просто шикарная. Просто то, что нужно. Но монеты нам пофигу, но... Так, фонарь сейчас будет дамажить. Поэтому пока что просто минуту. И то минута скоро, блин, начнет дамажить. Замораживает карту, отнимает карту. Атакует за каждую вашу атаку. Наносит один урона. Мы не дадим ему атаковать. Блин, обгоняет гад. Фонарик. На тебе радикал. Танк. Танк, в принципе, можно играть, когда мало хп. О, ура, имба. Грабеж пришел. Фонарь пришел. Минута пришла. Ура! Мы близки. Так, землетрясение. А, ну все, мы выиграли. Так. Так. Нет! Победа.
Исцелиться от яда за 5 здоровья. Yes. О, сделка с дьяволом. Окей, тут сейчас будем все покупать, потому что это все для нас отнимает максимальное хп. О, да. Имба. Финал. Автопик. Гиперкарта. Активировать 5 случайных карт из игры. За 2 здоровья. Не знаю, что там будет, но берем. Будет весело. Окей. Ой, я могу 2 раза зайти в сделку с дьяволом. Окей, сделка с дьяволом забагована. Глюк. Я боюсь глюка бить, потому что если с глюка выпадет хорошая карта, что мы делать будем? Имба — это не редкая карта. Я не думаю, что нам стоит бить глюка. Мы нашли сейчас отличных карт. Не просто хороших, а шикарных карт. У меня есть финал. Финал — автопобеда. Но мы не можем скипнуть карту глюка. А вдруг там что будет веселое? Нужен просто финал. И, да? Федоты. Радикалы. И мы играем в финал и выигрываем. Мат. Удвоить удар. Бесполезно, но... Максимум карт. Чертик. Чертика мы еще не видели. Окей, просто вытащи в финал. Белка, привет. Здравствуй, белка. Финал. Победа одной картой. Ярые карты — это, походу, легендарные. Ну, что-то типа того. Что делает черт? Наносит 4 урона, в конце боя крадет навсегда одну из ваших карт. Отлично. Молодец. Забирай к чертям. Че украл? Интересно. Имбу. Имбу. Нету. Имбы нету. Переплюнуть. Атаковать за каждый яд на вас. Билки на яд странные. В этой игре 2 противника, которые яд накидывают. Мне нет смысла играть карты, окей? Мне стоит... А? Только кидать заморозку и финал. И все. Нет, худшая карта в игре. Так равно количеству карт в руке. Так, подождите. Мне стоит перезапускать бой, если я могу. И нету финала. Мне стоит играть грань каждый раз, когда я вижу противника. У нас нет финала. Финал. Латы. Если у вас есть щит, нанести 4 урона. У вас нет щита. Сделка с дьяволом. Забери мое максимальное хп. Второй шанс. Получить 15 хп один раз за бой. Возврат. Возвращает последнюю использованную карту. Мы можем этим уменьшить максимальное хп, но с другой стороны мы выигрываем одной картой. Мы выигрываем финалом. Нам это не нужно. Не хватает ясности, например, что он сейчас украл. Согласен, да. Ясности тоже нужно добавить. Товарищ разработчик, надеюсь, записывает все. Гиперкарта. Активировать 5 случайных карт из игры. Посмотрим. Будет прикольно. Что только что было, неизвестно. Окей, играем в финал. Код. Игнорирует урон выше 5, наносит урон равный 5% от вашего максимального здоровья. Вообще-то это жестко было бы, если бы это был обычный бой. Магазин. Имба. Имбы нету. Отказ. Удалить из колоды следующую карту навсегда один раз за бой. А-а-а, вот удаление карт. Мы нашли удаление карт. Вот оно. Оно идет в виде карты. Удаляется один раз за бой за 10 хп. Круто, конечно. Но в начале игры сложно разыгрывать. Надо взять, да, кстати. Мне это то, что нужно.
Здесь сейчас мы его вытащим, мы будем удалять карты. Если не вытащим, мы будем просто выигрывать. Где он? Нету. Есть гиперкарта. Что-то сыграли. И карты дороже на один сердце. Грабим. Ой, я себя умудрился убить. Там был кусть. Мы сейчас сыграем челлендж, на где надо урон себе наносить, а не противнику. Вот, отказ. Смотрите, отказ. И что нам не нужно? Воскрешение. По идее, воскрешение должно было удалиться из колоды. Сейчас проверим. Я не буду рестартовать бой на случай, если отменится удаление воскрешения. А, пчела на меня яд кидает. Бедная пчелка. Бедная глупая пчелка. Лихорадка. С лихорадкой надо аккуратно быть. Так, воскрешение удалилось? Похоже, что да. Да, похоже, что воскрешение удалено. Финальный босс. Финальный босс всегда одинаковый. Привет, кубик. У тебя 60 хп, ага. Отказ на баллисту. Да, он атакует себя. Надо было землетрясение играть. Да, землетрясение очень хорошо здесь. Отказ, кстати, даже не тратит этот. Отказ не тратит хп, когда он не действует. Потому что его только раз за бой можно сыграть. Лихорадку можно играть просто впустую. Все другие карты не разыгрывать. И финал, автопобеда. Ну, прошли второе возвышение. Ну, чего с этим возвышением? Если ты находишь имба-карту, которая просто выигрывает тебе каждый бой, то, конечно, ничего сложного. Не знаю, нужны в этом возвышении такие имба-карты или нету, как вы думаете, чат? Или чисто для этого возвышения, например, удалить их из игры, чтобы не было? Опять же, не знаю, будет ли ЧБС на наши с вами эти заметки юных туристов в игру добавлять или нет. Ну чего вы думаете? Без этого будет очень тяжело. Ну весело, я не спорю, весело. Ну это явно фановый челлендж. Он не сделан для того, чтобы быть тяжелым. Пошли за пустого, сейчас пойдем. Посмотрим, что тут за этот третий челлендж. Любишь набирать большую колоду? Оу, да. Не в этот раз. Что это такое? Джебейтит и джебейтит. Ты не можешь набрать больше 10 карт. У тебя есть отказ со старту. Спасибо. Наоборот, не для нас. Не дают большую колоду набрать. Но вот это, кстати, интересно. Вот тут можно свою колоду будет формировать. Окей, идем за нового персонажа. Да, пустой. Пустой эпизод 1. Ты пустой. Начинаешь с одной картой. Что? Добор дополнительных карт будет стоить тебе здоровья все больше и больше. Начинаешь с одной картой? Так, какие у нас карты? Не понял. А, я думал, не здесь будет одна карта. Чего? То? Мне нужно глоток кофе. Какие-то странные дела творятся. Так. Бросок, танк, напролом, аптечка, клич. У нас много отхила.
аптечка даст весь отхил. Клич. Выбросить 3 карты бросок. Бросок — это вот эти базовые атаки. Плохая карта. Если их нечем бафнуть. Хотя клич плюс танк — много урона. На пролом просто много урона. Окей. Мы глюка затащим. Глюк дропает имбы. Наверное, не затащим. Нереально. Вытянуть карту 1 хп. Прикольно. Но у нас есть аптечка, йоу. Аптечка лечит на 7, да? Насколько глубоко ты хочешь залезть в кроличью нору. Мы, кстати, можем здесь на пролом сыграть. Червь неуязвим к урону в четный ход. Но сейчас не четный ход. Поэтому так. Теперь танк. Теперь аптечку. Окей, аптечка 5 от хила дает. Возможно, я переборщил. О, аптечка. Имба. Она мало полечила. Мы умрем в первом ходу, потому что кто-то мисплейщик. Еще раз. Лечить на 1 за каждую карту в колоде. 1, 2, 3, 4, 5. Она должна лечить на 5. Аптечка хилит за карты в руке, там мисплей описание. Да? Мышиные переводчики добрались до их... до... тигры Чибиси. У нас же был этот же мисплей перевода в мышах. Только там переводили с корейского. Тот самый мисплей перевода между колодой и рукой. Он в мышах в Ретрополисе был во всех этих... Был во всех картах. Окей, ладно. Два на пролом. 20 урона. А, ну мы выигрываем сразу. На пролом очень сильные карты, если их две штуки вначале играешь. Нужны нам кинжалы. Так, стоп. По-моему, кинжалы не самые крутые. Вы случайно не братья? Мы этот... Мы на одной волне с Чибисиной, поэтому, да, у него мисплеи соответствующие, такие же, как у меня. А может, это пасхалка? Может, это отсылка на Ретрополис? Не знаю, может быть. Может быть, это специально. И пойдем глюка попробуем завалить. Глюк имба, но он дропает топовый лут. Танки — это не очень хорошо. За 3 хп вытаскивать карту я не хочу. Нужны аптечки. 20 урона на пролом наносит, но убивает нас. Клич. Нам нужна аптечка. И мы умрем здесь. Да. Точно умрем. Я мог вытаскивать карты после смерти. Это сложный персонаж. И не надо идти на глюка. На первом этаже на глюка не надо идти. Это плохая идея. Очень плохая идея. Хороший урок на будущее, а? О, комбо, смотрите. Так, теперь клич и танк. Нашли комбу. Секунда, фигня. Максимально хп берем. Окей, магазин. Омега, нужна альфа, подарок. Выкинуть еще 2 карты. Это добор, да? Да, это добор. Грань перезапускает бой, ну я не знаю даже. Такая хрень в колоде нужна вообще или нет? В теории первую руку реролнуть неплохо. На практике она же не только в первой руке лезет, она постоянно лезет. Подарок, наверное, будет хорош, добор типа.
Выкинуть, это имеется в виду добрать. Окей, тестим аптечку. Аптечка. Играем на пролом. Играем аптечку. Сколько она похилит? 2 полечила. Значит, аптечка, как вы и сказали, действительно работает от карт в руке, а не карт в колоде. Красивое описание у подарка. Ну, это, кстати... О, Джокер. Как же Джокер, ты хитер. Короче, в чем фишка насчет выбросить две карты? Это действительно так, потому что ты в этой карте, в этой игре ты ролишь карты как кубы. То есть ты каждый ход, грубо говоря, кидаешь кубик, и на сторонах этого кубика обозначение всех карт, которые у тебя есть в колоде. Поэтому выбросить карты на самом деле имеет смысл. Сохранение, вечная жизнь в виде грани. О, морковка. Джокер. И у нас есть морковка, нам надо дамажить. Сохранение, вечная жизнь в виде грани. Ну так-то... Мы, кстати, его убиваем. Так-то да, я понимаю, грань. Ты можешь перезапускать бой снова, и снова, и снова, и снова. Но... Бесконечно в одном и том же бою сидеть как-то не очень круто, а? Аптечка, yes, окей. Две аптечки. Ох, это будет большой ход. Пролом, играем. Рано сыграл. Теперь клич. Танк. Аптечку, аптечку. Три броска. И не выбрать. А, броски лечат лоте, я забыл. Окей, броски против лоте бесполезны. Я мемисплейщик. Мы проиграем этот бой. Мы не проиграем этот бой. Я все правильно просчитал заранее. Палиться. Нанести 5 урона или не сработать. Или не сработать. Я не буду покупать эту карту. Я куплю нам подарок. Пойдем бить глюка. Глюкер ловит Джока. Джока? Я уже сам разговариваю, как описание этих карт. Джокера. Окей, играем подарок. Да, подарок добирает 2 карты. 2 подарка добирают еще 2 карты. Круто. Теперь мы играем клич. Переиграем на пролом. Играем аптечку, которая лечит все хп. Круто, а? О, подарок. Бросок на пролом. Мы выигрываем. И, о, благословление. Вот она, имбища, которой мы заслуживаем. Поглощение. Полечить хп на количество щита. У нас нет щита. Нам нужен максимум карт. Стоп, зачем мне максимум карт? Или мы сможем... Или мы теперь 2 карты в первый ход будем... Что это? Я хочу посмотреть на это. Что это? Это кит? Почему он в шляпе и с тростью? А мы 2 карты берем в первый ход. Прикольно. Наносит 2 урона, блокирует случайную карту. Пожилой кит. Он просто устал. И Джокера ему. Не знаю, на пролом мне стоит играть? Наверное, да. Надо было танка первым играть, а? Окей, вот этого не надо было делать. Благословление, имбища. Имбища. Сначала аптечку. Благословление. Бумеранг. Отразить атаку врага. Честно, очень мало врагов атакуют больше, чем на 3 в этой игре. Сейчас червь нападет. Нет, не напал. Дракула. Полечить на атаку врага, заблокировать урон. За 5 хп. Полечить на атаку врага, заблокировать урон. Чтобы это было выгодно, противник должен наносить...
Мыши, скажи, сколько он должен наносить? Ты делать контент или мы бунтовать? Хотя мы так и так бунтовать. Хотя ты так и так делать контент. О, мыши, мы вас как раз вспоминали. Как раз только вас вспоминали. Спасибо вам большое за донат, 32 сердечка. Только все переводы в мышах вспомнили. Тебе синие, мы подзатыльников тут будем давать мышиных. Таких хороших мышиных подзатыльников. Спасибо большое вам за поддержку, мыши. Добро пожаловать. Бунтуйте. Тут, конечно, да. Я думаю, судя по тому, как эти мыши фразу сформировали, они смотрели. Спасибо вам, мыши. Приступ имбища. Почему приступ имбища? Превращает все карты в бросок, в базовую карту. Что он имбищ-то? Возврат, наверное, хорошая, да? Очень хорошая. Дракула, короче, надо, чтобы противник бил на 3, чтобы было выгодно. Берем возврат. Возврат должен быть хорош. Пошли черви пирату наваляем. Некоторые механики смысла не имеют. Например, какое отличие между заморозкой и блокировкой карт? Хороший вопрос, я не знаю. Я не заметил отличия. Окей, напролом хорош. 2 аптечки. О. 2 напролома. 2 напролома и Джокер, просто победа. А, приступ имбища, если у тебя здоровье больше врага. Да, верно. Химик. Если на вас яд, наносит 4 урона, иначе 2. В этой игре нет яда. Почти. Пока что. Нужно больше яда. Чтобы это было, имело смысл. Так, это бьет в зависимости от количества карт в руке. Поэтому, если я все карты разыграю, то она не нанесет урона. Тьфу, господи, 2 аптечки. Ой. Play. Окей, мы за 6 не будем вытаскивать карту. Что мы сейчас сделаем? Мы сыграем аптечки. Броски, танк. Танк надо было бы раньше сыграть. О, мой бог, мисплейщик. Просто убей ее. Так что да, мыши-бунтовщики, мы тут обсуждали и мышиный перевод вспомнили, и все. О, заморозка, вот и она. Замораживает карту, отнимает атаку. А, знаете что, может заморозку можно рерольнуть? К примеру. А? Атакует за каждую атаку, наносит 1 урона. Фу, сколько кличей. Подарок. По напролома просто выигрывает бой просто. Бумеранг, фигня. Просто набираем сейчас максимальное хп. Я думаю, мы выиграем, если наберем все максимальное хп и максимум карт. Пуля? Ганжин? Я вижу пулю. 2 возврата и бросок. Йоу, можно бесконечно возвратами возвращать возвраты. Возврат имба на челлендже, где надо убивать себя. Его там найти. Окей, возврат, аптечка. У нас 2 возврата и аптечка. Это значит, что я могу 2 раза сыграть аптечку с возвратами. Значит, нам нужно набирать много карт. У меня технически 4 аптечки. Тут что-то такое. Во, вот это оно. Или танк. Или много-много танков. Играем танк. Возврат. Танк. Можно возврат танк, потом 2 аптечки. Джокера я вроде играл, нет? Нет. Возврат. А, он вернул Джокера. Окей, мисплей. Мисплей, но мы выиграем все равно. Так, черт украл. У нас должен украсть карту. Да что за аски? Ты чего там нарисовал? Уб...
убери Аску из чата. Что это такое? Капец. План Б. Через 4 хода полечиться на 4. Финал. 15 урона, 99 здоровья. Аску? Ну, Аски. A-S-C-I-I. А не та Аска, которая из... Из Евангелиона. Нет, не та Аска. Хотя, может, и та Аска. Там говорят какие-то аниме-девочки. Я не хочу брать финал. Мы каждый раз берем финал. Играем без финала, окей? Понятно, финал имба. Но, ну его в баню. Пойдем пулю посмотрим. Привет, Ганжин. Наносит 3 урона, есть шанс ударить критической атакой. Отлично. Так, аптечка возврат есть, отложить. Ложу за себя, спрячу за спину. Танк, отлично. Клич, вообще отлично. Джокер, замечательно. 2 танка, окей, мы выиграем. 2 клича, о, сейчас будет весь урон. Окей, клич раз, клич два, все карты. Мы играем танк. Возврат. Да. 2? Только что случилось? Я не понял. По-моему, я только что набрал лимит карт в руке. По-моему, да. О, день. Нанести урон, равный номеру персонажа. Это персонаж номер 5. Переполнение стека. Стек оверфлоу, да. Вперед. А, я нажал на конец хода. Понятно. Привет, мышь. О, все аптечки. Подожди, я Джокера играл? Да. Все аптечки, все танки. И играем. Танк. Брат. Танк. Танк. Аптечка, аптечка, аптечка. Дисплейщик. 3 возврата, ага. Я могу убить мышь? Бросок, возврат. Бросок. Возврат, бросок. 4, 5, 6. Это 6 хп я потрачу. Бросок, возврат. Бросок. Нет, я дурак. Не могу. Я сейчас проиграю. Я Джокера на нее играл или нет? Не знаю. Может быть. Может и нет. Мы наносим на 1 меньше урона, да? То есть броски бесполезны. По-моему, я Джокера играл, а? Мы проиграем. Добирай карты. Капец, такой забег слил победный. Как так можно было? Надо еще раз, но мы должны пройти уже. Я должен ее сыграть был. Там был мой мисплей, окей? Хороший мисплей, мой большой. Три танка, а? Три танка и... 4 танка. Зато второй эффект огонька ничего не делает. Окей, танки. То огонек... Ага, я каждый ход вообще ни одну карту не вытаскиваю. Хорошо, что есть напролом. План С. Нет. Прокачка. Нанести 3 урона за каждую карту бросок. Фу. А прокачка-то должна быть неплоха. Окей, внимание. Платы нельзя бить на 1. Но я не тупанул. Подарок. Нужен мне подарок. Подарок это добор. Стоит 3 хп добор. Но за этого персонажа стоит вообще-то. Подожди, чего у меня? Подарок есть. Аптечка, клич.
Блин, не завалим мы глюка. Нафиг глюка. Не убьем. И на пролом играем. Два танка. Танк нанесет 3 урона, да? Да. Изи килл. Альфа. Если сыграна с Омега, на этом ходу наносит 10 урона. Не очень полезно. Мы точно хотим прокачку. И с боевым ключом это будет супер комбо. Все, что нам нужно, это... Ну, здесь-то все не важно, но потом мы сможем ее играть, и там будет жесть. Поглощение лечит наш защит, но у нас нет щита. И не знаю, можем ли мы щит получать. Максимум карт автопик. Затащим глюка? Я думаю, затащим. Нужно идти за этой, за имбо-картой какой-нибудь. Аптечка есть, отлично. Подарок есть, замечательно. Клич есть. Просто чудесно. 45 хп у глюка. Ну так много, в смысле так мало. И у меня есть 4 копии на пролом. Что, да? Было бы неплохо. Окей, играем клич. Все броски. Аптечка нас сейчас похилит на очень много. Я еще могу 2 на пролома сыграть. Это будет 20 урона. Я не знал, что у него 45 хп, а? Все подарки. Если бы я узнал, что у него 45 хп, я бы не стал на него идти. Есть аптечка. Подарок стоит 3 здоровья. Нам выгодно сыграть все кличи. И мнуться аптечкой. Бум, 11 от хила. Танки хороший урон будут наносить. Я опять нажал закончить ход. Окей, карта закон... Если карта падает на кнопку конец хода, карту оттуда не забрать. Потому что конец хода нажимается. У меня есть весь урон через бросок плюс прокачку. Нужна аптечка. Беда. Пойдем лягу. А, нет, у лягушки же так много урона. В смысле здоровья. У нас есть аптечка, мы ее запинаем. Просто не спешить. Ура, аптечка. На лягушку не надо первой идти. Не стоит. Совсем не стоит. Свинран. Секрет. Наносит 5 урона, получаешь 4 на следующий ход. Не надо. Окей, на лягушку вообще лучше не идти. Пока ты не найдешь нормальный урон. Слишком она имбовая. 28 хп в начале. Выкинуть. Выкинуть. Нанести урон, равный количеству монет. Деньги равно сила. Тут может быть много дамаги. Сейчас... Это, конечно, 2 урона. Но потом... Потом это... О, я не собирался драться с лягушкой здесь, окей? Я собирался драться с... не с лягушкой. Мы проиграем, ага. Не особо спасает. Еще аптечка. По-моему, это слив.
а бьет на один. Лягушка неубиваемая. По-моему, лягушка физически неубиваема стартовой колодой за этого персонажа. Или что-то близкое к этому. Может быть, убиваемая, может быть, я просто туплю. Жабка, да, имбища. Жаба слишком сильна. Вытаскиваем и вытаскиваем морковки. О, имба. Не знаю насчет баланса этого мужика. Окей, танк, аптечку. Окей. Три хп. Боевой клич, танк. Переброска есть, отлично. Фу. Бумеранг отражает атаку врага. Ну, я так подозреваю, что, может быть, бумеранг мы не будем... Может быть, мы не будем получать урона, когда будем бумеранг играть. Да? Надо потестить сейчас будет. Ой, корги, весь урон равен одному. Окей, броски становятся лучшими картами. Бумеранг против корги нет смысла играть. Только броски всякие. Броски аптечки. Пробуем. Да. Клич. Еще клич. О, нет. Я играю броски. Так, 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 изи победа. Фу, кусь! Наконец-то мы нашли имбищу. Окей, у нас есть кусь. Мы это сделали. Мы выиграли. Мы нашли лучшую карту в игре. Теперь надо не слиться на этом чуваке. Окей, кусь есть, кусь очень хорош. С кусями я его убью. Да ну его в баню. Идем просто латте закусаем и все. Вот он, кусь. Вот он пришел. Теперь танк, аптечку, кусь. И с кусями даже броски можно играть. С кусями броски имеют смысл на самом деле. О, какой смысл имеют броски с аптечками? Это да. Не надо броски играть на латте. Оно же лечится от одного урона. Это единственный противник, против которого совсем не надо их играть. Play. Но кусь против него хорошо работает. Бумеранг попробуем. Бумеранг против него пашет. Просто кусь. Делай кусь. Все. И вот так. Атакой на пролом добить. Отлично. Привет, Ванай Пайрет. Слыхал про Trials of Fire. Карточный рогалик с элементами героев. Слыхал. Выглядит очень большой. Планирую поиграть, но не знаю. А урона делает карту неизвестной. Кстати, неизвестность не работает на этого нашего чувака. Тестим бумеранг. Пусть на пролом. Да, бумеранг работает. Чувак наносит себе урон сам. Гиперкарта. Ну, это будет весело. 5 случайных карт из игры. Неизвестно каких.
Пошли на глюка. Вот теперь с этой гиперкартой я пойду на глюка. Чтобы она там нафиг не делала. Искусим. Погнали. Сначала аптечку, а теперь гиперкарту. Окей, у меня один хп, я умер. Окей, гиперкарта не очень хорошая карта. В игре, где у тебя... В игре, где у тебя этот... Все карты разыгрываются за здоровье. Играть карту, которая разыгрывает рандомные карты, не лучшая идея. Это не очень хорошо. Потому что я сам залип вчера до 3 ночи, проспал работу, лучше джибейт, еще один бой пойду. Да, та игрушка выглядит прикольно. Я ее видел и смотрю в ее сторону потихоньку. Хорошо подрались. Да, слишком много карт, которые тебе наносят там 99 урона или 100 урона, еще что-то. Там имбу, которые играют, которая тебе дамажит. Да, гиперкарта